Если ехать из Ульяновска в Сенгилей, то по правую сторону от дороги можно увидеть кусочек Донбасса. Речь не о вооруженном конфликте, а о терриконах – отвалах отработанной породы, которые появились здесь во время разработки мелового карьера. Добывать мел в этом месте начали больше 20 лет назад. За это время между селом Большие Ключищи и поселком Меловой была раскопана гигантская яма, которую по закону разработчик должен рекультивировать, а попросту говоря, засыпать. На то, как ведется процесс рекультивации, на днях приехали посмотреть председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, руководитель регионального управления Росприроднадзора Александр Каплин, представители СМИ. Глазам собравшихся предстал лунный пейзаж мелового карьера и неторопливый работающий экскаватор. Как пояснил Александр Каплин, сейчас у разработчика карьера уже кончилась лицензия на его использование. И лишь после этого началась рекультивация. По закону же этот процесс должен начаться за полгода до истечения лицензии. Но и этот срок в областном руководстве считают слишком маленьким, потому что засыпать огромный карьер за полгода слишком сложно. Сегодня мы приняли решение о том, что совместно с Росприроднадзором выступим с консолидированной позицией перед комиссией, которая будет заниматься рассмотрением утверждения лицензионного соглашения, с ужесточением требований по срокам рекультивации. Он точно должен не осуществляться не в конце лицензионного соглашения, а в процессе реализации этого лицензионного соглашения. Мы определимся, какой объем лицензионной выработки карьера должен быть максимальный для того, чтобы начать процесс рекультивации, возврата почвы на землю, восстановления природного ландшафта. И именно с этой жесткой позиции мы будем выступать в рамках заседания этой комиссии. Что же касается непосредственно этого карьера, то, по словам Каплина, они будут регулярно следить за процессом рекультивации с помощью рейдов. Проводить проверку по собственному желанию Росприроднадзору запрещает современное законодательство. Правда, если в Росприроднадзор поступит сообщение от граждан о том, что рекультивация не ведется или разработчики карьера вредят окружающей среде, то проверка будет проведена. Хотя часто такие жалобы на деле оказываются необоснованными. Я надеюсь, что в ближайшие год-два они закончат этот карьер. Он, конечно, большой по объему, и разрабатывался он несколько десятилетий, но разработка, она идет гораздо медленнее, чем рекультивация. Карьер в Меловом не единственный в области. В регионе действует 5 лицензий на разработку карьеров. Надеемся, что с их рекультивацией проблем не возникнет. Игорь Улитин, Константин Никитин, Новости дня, Ульяновская правда.